начинает сама по себе рисовать, как приборы сейсмограф, которые фиксируют землетрясения. Только в данном случае я был землетрясением, а там земля трясется, и такие маленькие механизмы начинают зарисовывать вот эти вот кругляшки различные. Пока он рисует, предлагаю вам познакомиться с торнадо, но для этого всем нужно встать вот тут перед одной. Давай попробуем запустить шарика и И подойдем вот сюда. Дальше берем вот сюда. Ну, можете потом поконкретнее понаблюдать за его движением и все-таки поразмыслить, как так получается. Открываем, он вверх идет, тут сужаем, ну еще открываем. Сейчас, Саш, дай это чуть-чуть, попробуй. Хорошо. Вот это еще воздух, тоже рука робота. А вот эта рука электрическая. Сейчас посмотрим, как ей можно поиграться. Вот это пульт управления. Пульт управления электрический. Вот смотрите, какие она может движения совершать. Вот такое вот движение. Управляем вперед-назад, каждый из краников. Вот таким вот образом она движется вперед-назад и вверх-вниз, соответственно. Такой краник совершает вот такое движение. А давайте послушаем внимательно. Вот такой звук. Сейчас услышите свой. Все вместе. Слышите такой звук? Да. Это срабатывает предохранитель. Это означает, что дальше рука не пойдет и стоит остановиться, чтобы не совершать это движение. А то так оно будет бесконечно прыгать. Значит, надо совершать другую сторону движения. Следующий. Ключик управляет ее вот так вот вверх-вниз. И, соответственно, последний – это сжимание-разжимание кисти. Давайте попробуем что-нибудь схватить. А рука не двигается? В бок? Двигать? Ну, конечно же, вот так. Но тем не менее, выглядит аппетитно. Итак, я сейчас попробую схватить. Я первый раз им пользуюсь. Ну, не знаю, надеюсь, получится. Посмотрим, как это будет происходить. Так. И хватаем, видимо. Посмотрим. Схватилось? Не схватило. А можно приложить к себе руку, желательно там, где у вас желтый или зеленый. Ну, например, на волосы. У меня, смотрите, 70.